данные с главного пульта в южном ангаре. Немедленно! Ты, скачай программу запуска вон с того пульта. Урал, я отказываюсь ремонтировать линию передачи без дополнительной защиты. Что? Опять устали? Ну, не угрожайте. Капрал Кейн, вы отлично потрудились. Теперь мы многое узнаем о Строке. Стоп, стоп, как меня слышите? Это отряд Ворон, прием. Капитан, сигнал не проходит. Нужно установить промежуточный передатчик у подножия горы. А, капрал Кейн, рад познакомиться. Меня зовут Йоган Штрау. Полагаю, Кейн, вы обо мне уже слышали. Шевелись, чего ты там копаешься? Это все. Теперь беги. Все оборудование должно быть готово через час. Сэр, час уйдет только на распаковку. Мне некогда выслушивать отговорки, солдат. Мне нужен результат. Есть, сэр. Значит, мне теперь надо перейти на другой протокол? Нет, сначала нужно отключить основную блокировку. Но вы об этом не сказали. Я что, должен за ручку вас водить? Нет, спасибо, я все сделаю. Отлично, конец связи. Ты чего так долго? За строгами заболтался или что? Ладно, пошли к лейтенанту. Ну что, Кейн, как тебе первый день в отряде носорог? Вот, возьми, тебе пригодится. Теперь авиация нам не угрожает. Нужно добраться до зенитной пушки. Пошли. Открыть эту дверь. Слэдж и Моррис, защищайте позицию. Есть, сэр. Мы останемся здесь. Пропускать.
Молодцы, ребята! Мы справились! Штаб, это лейтенант Восс. Орудие у нас под контролем. Каннибал вышел на геостационарную орбиту и начинает снижение. Сэр, здесь закрыто. Как нам попасть на посадочную площадку? Да, верно. Кейн, прыгай в кресло. Попробуем выбить вон те ворота. Отрядом. Нужно зачистить посадочную площадку для приземления Ганнибала. Роудс, прием. Есть, сэр. Роудс, немедленно сюда, ты мне нужен. Уже иду, сэр. Слэдж, ты со мной. Кейн, бегом к посадочной площадке. Удачи. Начинаем снижать скорость.
видимости. Чуть левее. Назад, назад и стоп. Так, и в чем проблема? Начальник смены Хаммонд. Головые щиты немедленно не включают. Проверь главный излучатель. 8D. Так, приятель, пора поубивать на тебе заразу. Начинаю подачу трихлорита и сектазина. Камера заполнена. Разрывка камеры. Бригада с дезинфекцией завершена. Готово, проходи. Ну как?
пару строгов прихлопнули. А так все тихо, как на кладбище. Надеюсь, так и дальше пойдет. Рядовой Марк Лоренци, пройдите в медицинский отсек 3. Простите, сэр, у вас нет допуска в этот отсек. Говорят, механики готовят 4 грузовика. И что это значит? Не знаю. Но судя по количеству машин, что-то серьезное. А! Черт! Я же предупреждал! Здесь все пора менять! Еще бы! На этом корабле мой дедушка служил. Это заметно. Ладно, подлатаем старичка. Капрал, я занят. Температура составляет около 20 градусов. Значит, Макрон убит? Тому, кто его прикончил, нужно дать медаль и несколько лет отпуска. Вот в так. В Берлине ты около слышал? 25 градусов. Макрон убит, лидер Строгов. В лейтенант Босс, Олдрин, пройдите в 8-й зал для инструктажа. После метеоритной бури. Температура воздуха составляет около 200 градусов Цельсия. Эй, вы Мэтью Кейн, да? Да ну! Я видел, как вас привезли с орбитальной станции Армстронг. У вас все лицо было искорежено. Кейна придумали, чтобы пугать новобранцев. Нет, это правда он. Вы действительно Кейн? А что случилось с остальными бойцами вашего отряда? Вы меня не помните? Я видел вас в больнице, когда вас доставили с Армстронга. Только что сообщили. Нас отправляют на огневой рубеж. Похоже, начинается масштабное наступление. Механики готовят к бою все шагоходы. У меня какое-то дурное предчувствие. Да у тебя постоянно это предчувствие. Так что мне нужно сделать? Отключи стабилизатор и подожди 2 секунды. Удар такой мощности деполяризует систему. Церемония прощания с полковником Уэстмором. Но так мы спалим все схемы на пол. Парень, я лучше знаю, что можно, а чего нельзя. Ну хорошо. До подачи питания 3, 2. Получилось. А я жду не строго. Видите, все как я говорил. Да. Нанороботы, вживленные в мускулы, восстанавливают ткани после ранений. Видимо, его захватили в плен и насильно вживили протезы и имплантаты. Не получится, Джейкобсон. Экзоскелет. Похоже, из армированного трибиня. Ерунда. А это? Эти силы разрезают броню наших солдат. Значит, и с этим справятся. Угу. Ого, да. Надо просто интересно. Посильнее нажать. Поразительно. Вот, что-то новенькое. Да. Теперь отряд все Бизон. Понятно. Немедленно пройдите к шагоходам на палубу 2. Угу. Ого, да. Интересно. Извини, я занят. А, он точно мертв. Лейтенант Пирс уверял меня в этом. Помните, что нет, случилось утром? Его тоже считали мертвым. Разумеется, помню. Утром на вскрытии был неприятный случай. Мертвый Строг напал на нас. Головной мозг практически атрофирован.
Данное существо уже не способно самостоятельно мыслить. В основание черепа встроен передатчик. По-видимому, действиями киборга управляли извне. Некоторое время после операции пациент еще осознает свои действия, но уже не может их контролировать. Ужасно. Рядовой Марк Лоренци, пройдите в медицинский отсек 3. Зато у НП-6 и НП-7 есть компенсаторы. Я знаю, но ты почитай инструкцию. У СК-1000 есть еще и дополнительные конверторы. Какие конверторы? Redcliffe 12. Рабочий ток 25 мА. 25 — это слишком мало. Глупости. Для новых разветвителей, конечно, мало, но они абсолютно нестабильны. Ошибаешься. За индукционными разветвителями будущее. Ерунда. Дискретные разветвители были, есть и будут. Некогда болтать. Некогда болтать. А сейчас? Нет, всего 54%. А теперь? 74. Так, а теперь? Теперь 83. Хотя бы больше 90. Некогда болтать. Капрал, я занят. Капрал Кейн, остальные бойцы вашего отряда уже на месте. Проходите. Лейтенант Босс, пройдите в 8-й зал для инструктажа. Кейн вернулся. Ты чего? Кейн нормальный парень. Садитесь. Отряд Носорог. Все, что вы сейчас услышите, совершенно секретно. Обсуждать эту информацию с кем-либо запрещено. Гибель Макрона оказалась для нас очень своевременной. Мы собираемся развить наступление. Для этого мы спланировали следующую операцию. Лейтенант Восс, вам слово. Разведка выяснила, что у Строгов есть глобальная система связи — Nexus. Через него командиры передают приказы бойцам. Nexus координирует силы Строгов и поэтому является их ахиллесовой пятой. Джентльмены, мы собираемся атаковать центр связи с Nexus'ом. Наш отряд должен доставить электромагнитную бомбу на нижний этаж здания. Как только мы окажемся на месте, мы взорвем бомбу. Электромагнитный импульс уничтожит устройство под названием «Тетраузел». Войска Строгов потеряют связь с командованием. Чтобы гарантировать успешный исход операции, к месту назначения отправятся еще 3 таких же конвоя. Их позывные — «Война», «Голод» и «Чума». Значит, мы — смерть. Да, мы — смерть. Вопросы есть? Конвой скоро отправляется. Позаботьтесь о своем снаряжении. Разойтись! Рядовой Марк Лоренци, пройдите в медицинский отсек 3. Когда опасность угрожает всем до единого жителям Земли, кто придет на помощь? Конечно, Носорог! Кейн, если честно, до высадки я был уверен, что ты и дня не протянешь в нашем отряде. Дружище, рад, что я ошибался. Кейн, поздравляю! Сегодня ты плечом к плечу сражался с отрядом Носорог и выжил. Nexus — очень мощная система. Управлять мыслями миллиардов Строгов может технология, которая на несколько поколений опережает нашу. Кейн, ты сегодня держался молодцом. Знаешь, Босс не был уверен насчет тебя. Он считает, что ты отличный боец, хотя и со странностями.
Лейтенант Босс, пройдите в 8-й зал для инструктажа. Одной рукой держит раненого на плече, другой стреляет из автомата и при этом еще приказы выкрикивает. В каком он был отряде? Не помню. Они охраняли какой-то дико важный компьютер. Извини, я занят. Некогда болтать. Мне некогда с тобой болтать. Церемония прощания с полковником Уэстмором состоится в 8:00. Конвой Чума, проверка связи. Конвой Чума, вас понял. Переключитесь на частоту 461. Вас понял, переключаюсь на 461. Капрал, я занят. Я разведчик на особом задании. Ваша личность установлена. Эй, солдат, держи, это увеличенный магазин для автомата. Вас понял. Конец связи. Ганнибал, мне нужна помощь. Извини, приятель, мне некогда. У меня нет сигнала от вашего медчипа. Капрал, голоса вас. Мой чип поврежден. Панель 24А. Плазменное кольцо включено. Свяжитесь со службой жизнеобеспечения. У них проблемы с устройством очистки. Вас понял. Конец связи. Извини, я занят. Капрал, я занят. Я занят, извини. Извини, я занят. Отряд Бизон, немедленно пройдите к шагоходам на палубу 2. Извини, я занят. Извини, мне некогда. Капрал Кейн, вас ждет конвой. Спускайтесь. Полковнику нужно, чтобы все работало к 13:00. Но, сэр, мне еще нужно настроить преобразователь и заменить маршрутизатор. Меня это не волнует. Все должно быть сделано ровно к часу. Но... Это приказ. Есть, сэр. Некогда болтать. Представляешь, мы участвуем в операции, которая переломит ход войны. Мы спасем человечество. Обожаю морскую пехоту. Конечно, платят тут гроши, да и жрачка дерьмо. Вся техника для отряда Бизон должна быть на ходу через 4 часа. Рядовой Марк Лоренци, пройдите в медицинский отсек 3. Ты едешь с нами. Давай.
Готово, Дойл. Заводи и поехали. Вас понял. Поехали. Интересно, глубоко мы заберемся в тыл строгов? Не знаю. Надеюсь, дорогу этих гадов не придется спрашивать. Говорят, вы еще и не в таких мясорубках бывали, а? Мне рассказывали, как носороги сражались в Далласе во время вторжения. Это Шагоход 4 из отряда Бизон. Продолжаю патрулирование. Успеть бы убраться от этой бомбы. Чего же ты боишься? Она же электронная. Нам-то она не повредит, но вся электроника сгорит синим пламенем. Не волнуйся, это не обычная бомба. Никакого взрыва не будет. Поторопись, сержант Бидуэлл не любит ждать. Ну что, Кейн, готов спасти человечество? Не каждый день выпадает такой шанс, а? Слышал о нашем новом герое? Следжер. Он задушил строго голыми руками. Причем все это время у него была пуля в легком. Говорят, Следж голыми руками поборол строго. Ты посмотри на него. Он здоровый, как медведь. Ганнибал, это конвой смерть, как слышите? Так точно, конвой смерть. Переключаюсь на частоту 5-1-2. Вас понял, частота 5-1-2. Представляешь, какой уровень секретности у этой операции? Мне даже домой не дали письмо отправить, сказали, нет доступа. Я же не дурак рассказывать кому-то о нашем задании. И потом, сообщение будет идти 6 часов, за это время мы уже вернуться успеем. И потом, чего они боятся? Что моя мама расскажет все строгом? Кейн, почему так долго? Босс тебя уже ждет. Прыгай на тот грузовик, тебя отвезут. Хватит болтать, капрал. Чего ты тут стоишь? Собирайся на грузовик и поезжай. Кейн, пошевелись! Вон тот грузовик твой! Кейн, забирайся на грузовик и поезжай! Представляете, как нас встретят на земле, когда мы вернемся? Мы будем героями! Мы отважные защитники земли! Да все девчонки на нас просто вешаться будут! Вот будет классно! Но я из морской пехоты не уйду, даже когда война закончится! Мне нравится эта работа!
Здесь не скучно. Кейн, надеюсь, ты хорошо стреляешь? У нас впереди горячая точка. Кейн, это ВОЗ. Разведка докладывает, что в вашем районе находится отряд строгов. Будь на чеку. Yeah.
Поддержка с воздуха скоро прибудет. Отставить! Не отправляйте сюда никого! Нам все равно не выбраться! Здесь сотни строгов! Кейн, ты где? У нас осталось 3 героя! Бегом в здание! Поможешь нам отвести глазер! Вот, здесь! Вот, черт! Увидимся там. Вот, конец связи.